женщин, я у женщин спрашиваю, какая профессия, например, вам нравится? Какая профессия не гулящая? Они говорят, летчики. Я говорю, почему? А там места нету гулять. Вы видели Боинг последней модели? Это восьмиэтажный дом, сколько квартир-то. А насчет гуляния, я доверяю одной газете, «Умная газета», «Аргументы, факты». Там кто-то, умный человек, подсчитал, какой профессия, как гуляет. Рейтинг. И в этом рейтинге, я серьезно говорю, мы, артисты, занимаем 6-е место. Я не буду говорить, кто занимает 1-е место по пошлости, какой профессия. Мне еще надо в Ташкент улететь спокойно. Ну зачем кого-то подставлять? Зачем? Если я скажу эту профессию, они могут меня посадить. А я уже сказал.